Прохия, Марчин и Даниил Валенко с Польши, два брата из Сербии и вода, мамочка и дочь. Очень интересные 13 атлетов. Итак, представление участников весовой категории свыше 40 килограммов четвертого турнира из серии Гран-при Международной Федерации тяжелой атлетики. Кубок президента Федерации России в городе Ноябрьске.
поступила заявка от турецкого атлета 135 килограммов. Lan gene.
Они отправились в этой инструкции, три удачи не покупили. Новый вес 142 килограмма. Ванкары входит в Токио. Кимана Кайдоши, Шерри, Фёскадай. Заявка вступает от Кивадара Кайдоши. Он заявил очередной вес,
представитель 150 килограммов. Готовится Таврон Миджаев. Таврон Миджаев, Узбекистан. Господа, первый подход. Таврон Миджаев, Узбекистан. Атлет Узбекистана пропускает на 150 килограммов. Тамаш Кайдуш. Сырматов. Третий подход. Чупай! Неудача в третьей попытке. Новый вес 152 килограмма.
и заявляет вес головой уменьшает на 162 кг. Установите ногу. Здорово, приезжайте. Thank you.
71 килограмма. Конечно же, Антон Савчук заявит другой вес, но я его должен вызвать. Антон Савчук, сядем туда. Второй подход. Вес штанги 170 килограмм. Антон Савчук заявил 174. Айк Абрамян, Армения. First attempt. Первый подход. Алексей Сергеевич, 171. Айк Агапян Олсон. Айк Агапян перезаявил начальный вес. Алексей Силюкин. Россия. Второй подход.
И во второй последней неудаче. Других ответов, заявивших этот вес нет. Данил Паларко, Федор и Попов. Новый вес 172 килограмма. Ранее он был заявлен вес третьей попытки. Начинаем выступление с этого веса Айк Акопян, Армения. Пёс-Атэн. No!
Субтитры
Совет из Китайской Народной Республики заявляет 182 грамм. Смотрите, 181 килограмм. Айк Акопян, Армения. Сэнтэ.
186 килограммов установили. 186 килограммов. Через 10 минут.